You're my miss ride, miss ride. 널 놓친다면 miss ride. Трудно представить, что в состав BTS мог входить кто-то, кроме семи всем их любимых участников, которые в настоящее время состоят в группе. Однако до того, как Big Hit Entertainment представили ныне очень успешную группу, у них было несколько других трейнеров компаний, которые почти были включены в BTS. IRON. RM и IRON когда-то были частью группы под названием DNH Crew. Хотя изначально сообщалось, что он был первым участником BTS и занял второе место в третьем сезоне Show Me The Money, IRON так и не дебютировал, и причина этого не совсем ясна. Есть утверждение, что он и другие участники ушли, потому что им больше не нравилось направление, в котором развивался музыкальный стиль группы. IRON скончался в январе 2021 года. 11. Как и в случае с IRON, 11 также был в DNH Crew. Eleven не дебютировал по потенциальной причине того, что был почти на 10 лет старше некоторых из нынешних участников. Сейчас он известен как андеграундный рэпер Spectre Boy. Atom. Atom был в нескольких группах, начиная с его стажировки в BTS. Однако вместо того, чтобы присоединиться к ним, он решил дебютировать с Kena T в Top Dog, а затем перешел в GBG, который, к сожалению, распался в 2018 году. Supreme Boy. Еще один член DNH Crew и стажер BTS для их дебюта, сейчас он, как сообщается, работает продюсером Big Hit Entertainment и даже работал с BTS над несколькими их песнями, включая Cypher часть 3. Kiddo. Тренировался с BTS в течение года и почти дебютировал с ними, но как и Atom, вместо этого дебютировал с Top Dog, хотя он оставался близок с RM и Jinem. Он покинул группу в 2015 году. Soon. Тренировался с BTS около полутора лет, но вместо этого решил дебютировать в группе Boys Republic под управлением Universal Music. К сожалению, с 2018 года они находятся в бессрочном перерыве. Рэдди. По-видимому, Рэдди так и не был принят в трене BTS, но он прошел прослушивание, чтобы попасть в группу. С тех пор он был на Show Me The Money и Tribe of Hip Hop. Лока. Как и Рэдди, Лока, как сообщается, пробовался в BTS, но был исключен из программы на раннем этапе. Однако нынешний кей-поп-рэпер выиграл первый сезон Show Me The Money в 2012 году. Basic. История Basic с BTS намного туманнее, но в различных источниках говорится, что ему предложили место в BTS и что группа, возможно, изначально была рассчитана на 9-10 участников, включая его, но он отказался. Бензина. История Бензина почти такая же, как и у Basic. Как сообщается, ему предложили место в BTS из 9-10 человек, но он отказался и теперь работает в Illionaire Records. А на этом пока что все. Ставьте большой пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Miss Right. Аннён!